Че, будем так стартовать или не будем? Рыбку ставь, да погнали. Рыбка уже была вроде. Не, не была. Да. Че, рыбы не дадут? Не. Не. Ой, шопошник, я поставлю. Пончик тогда же лучше, спасибо. А ну-ка, съебались из рыбки. Жнаем. Так, ну-ка это, помните, да, Враска подходит, с ним Хеллфейн идет. Кишки, ты в дисе? На готовность. Поехали. Кто у нас в танке? Все готовы. Враска, да? Вам показывает этот пул? Нет. Ну тогда на счет три. Раз, два, три. Да, да, было. У кого стоит ДБМ Адмирал, того показывает. Остальных нет. На, кстати, поставили, я встречал. Ебать, радар активировался. Че за хуйня? Не знаю, стоит старый ДБМ, все работает. Жунайн, ты должен укусить Халфейн. Для начала в 10 ты Жунайн. Он не видит нихера. Смертный ретрик выбежит. Хуй выбежит. Отведи. Жуна. Понабрали по объявлению. Я там сильно не стараюсь дамажить. Кто не занят особо, напишите ему в личку, что покусил халфы. Кто-нибудь из хилов желает. Вон стоит, сайт вроде. Чё, Делорус? Написал. Сел? Да. Чё, стоите? Я потом вагу укушу. Да, у всех, да, этот радар в новом ДБМе? Да. Да-да. Да, маленько отвлекает. Я его куда-то сдвинул, не знаю. Нет ДБМа, нет проблем. Это точно. Сбегитесь, бля. Ваги антифер, да? Нет. Лага, ты где? Иди в центр. Иди, а, он, ну... вижу тебя, вижу, вижу. Рейндж наберите. Лага, не бегай в моем радаре. Молодой человек, вы как с Гэмом разговариваете? Бегай в моем радаре. Кирс, тебя не укусили еще? Нет. Меня укусите так... кто-нибудь? Если хочешь, чтобы тебя укусили, налево подойди поближе к боссу, я укушу. Все, я вижу, а Кирса укушу потом. Да не маг, блять, а япончик. Резист, а так резист. Кирс, блять, алло! Mm-hmm. Пиздец, Йотана укусить пришлось, ладно. В смысле? Я на месте да стою? Там этот, я понял, там этот сова подошел и укусил тебя. Меня никто не кусал? Смотри, как не нет. Меня сова укусила, меня. Все, тихо. Охладите, бейте. Уходите. Бессмертные.
Чё? Чё, опять, да? Не проносит. Не сдохни, Хелфейн. Хелфейна захитил вам. Так, я... этого, Редвара, если что, ушёл. Встанешь сейчас после вихря. Вставай, хулипал. Захильте его. Главный укус передай, Хулфейн. Я рубал. В итоге меня вообще резист укусил. Блядь, чё ты хуёво ложил? Ой-ой, убейте меня! Бурстить, а. Блядь, убейте речь Вара. Под жатву зайди, я тебе ёбну. Лови, Вага. Добивайте быстрее, босс. Мало времени. Долорус, ты словил баф? Бессмертный опять, блядь. Ты издеваешься сейчас? Ще, блядь. Бля, кикните его нахуй. Не убивайте, стопайте, нахуй. Ладно, хуй с ним. Стопайте дамаг и падаем. Все в лужу зайдите. Никто идиот, блядь, на паладине, ёбаный в рот. А чё не так? Ну да он, не, видишь, да чё творит, так, блядь. Снимай диван, сова, сдохнешь. Так добили бы сейчас. А Делоруса надо... убил, да, из-за этого придурка. А. Все, сори, не увидел. Это что еще, трэш, да? Охуенно лес. Трэш резнулся, блядь. А это вот этот чувак, да, писал, что он так себя охуенно знается? Костя. Чего? Да я сагрю ее. Ай, плохо. Войд. Чё? Войд. Это вот этот чувак, который три лужи разлил, писал, что так себя знает. Ну, блядь. Чепушило, блядь. Да он уже отлетел, блядь. Короче, пока у нас три слота, пойду чарку на плечи куплю, а то стыдно, пиздец. Можно вставать и... Все равно. Вставать, побежали, хули делать. Пиздец. Нормальная тактика, это как вчера, с которой фигню сносить надо, чувак пытался вынести как лужу. Из этой серии, походу. Это лучшая тактика. Не, лучшая тактика — это чардж, блядь, с красного. Что челик, который убегал, его догоняли люди с пактом, кричали: «Стой, сука!» Он убегал. Да не, убили бы эту Ланателли, если бы, блядь, вот эти лужи не были хуёвые. Не, мы бы её убили, если бы не стопнули, и так. Да, ну мы стопнули. Там 400. Я бы в соло добил. Я смотрел, там никто не хочет стопать, пришлось диван давать. Там Мальку сагрили. Впереди, блядь. Вы издеваетесь там, блядь? Не бегите туда, умрите просто там и всё. Убьём танк есть. Да я это... Я замедляю, пока добегу. Нас бы похилили тут, правда. Блять, как обычно, рейд начинается с одного долбоёба. Чем могу помочь? Надо было тебе сказать, что не бери этого чувака, блядь. Понимаешь, если бы я не проанонсил бы, блядь, он ни одной лошади бы не вынес вообще. Стоял бы на месте. Он их и не хотел выносить, блядь. Запорол все только третью лужу. Думаю, блядь, сейчас все нормально было. Да я первое тоже две анонсил, смотрю, стоит, блядь, в лужу. Его оверхилят.
Бля, тут еще трёш рисунца, нахуй. Ну чё, головешки выбьем. Чё, долго там все добегать будут? Кирс, поставь столик пока, а? Ставки возьму. Шкаф заодно поставьте, Настю суманить. Скупила все, что было на аукционе. А ты пока поспай, Войд. Что по поводу респамиться? Да. Где он, блядь, дальше аренит? Да его нет в онлайне. Да он вон зашел, написал, тут даже не фул и опять вышел. Мгновенно релоу делаю. Почему не могу понять, ДК не дают первый укус? Агрит, Леш. Я в контроль. Тебе хоть контроль раздавали? Ферните или чё? Тут боешка упала, зеленая. Левых не трогайте, только справа, чтобы пробежать. И на низ спускайте, айпончик, контроль, да это? Дал контроль, клёво. Она прям освещалась. Чем ты раньше танка даёшь? Что он стоит тупит? Интересно, может быть такое, что из-за нового аддона у кого-то старый нет? Ну, из-за нового ДБМ? А у меня все наносится на старый. Новый ДБМ Адмирала признали официальный Сирус. Чтобы его нормально установить, надо старый.
Запчасти ДБМ полностью удалить, а потом только ставить новый. Да не, я не ставил. Да это с любым ДБМом так. Почему только с него? Совсем... Не знаю, мне он вообще не понравился, корявый. А радар можно отключить? Можно. Вы там оба утомили, он... Чем тебе радар мешает? Блять, передвинул его куда-нибудь в край. У меня нету ДБМа нового, я только скачал его, я еще. А его, этот, его ДБМ раньше пухи не снимал, он сейчас попить? Олень. Руками снимать проще. Верочка. Блять, макрос написался и все. На леди он снимает, только бывает порой, что не снимает, там типа какая-то хуйня. Баг. Ну, тогда никогда не буду ставить. Он там еще сделал на этом, на гильдовасе, чтобы пух снималось. Не знаю, там паладину вообще изи на кильта. Пока бабл есть. Не знаю, как не всем, но вчера половина жаловалась, ОКХМ пришли. Половина жалует, что да хуище ненужной хуйни анонсит. Что люди не могут залезть в настройки и отключить половину ненужной хуйни, потому что на каждую анонсящуюся хуйню есть галочка, которую можно снять. Ну как бы да, аддон-то надо настраивать самому, как тебе удобнее, неудобнее там. Такие, блядь, дайте говна, дайте ложку, покормите еще нибудь. Я даже вчера себе на перья нахуй звук отдельно поставил. Все настраивает, все под себя, нахуй, как хочешь. Не думаю, что для них настроят еще сразу просто. Пришли на леди, вот. Ну, там что-то сложно, нет. Заходите в ДБМ, блять. Заходите, ищите, чувак, кто вам босс нужен, блять, в списке. Вы заходите ответы в босса, блять. Ставите галочку, что вам надо, что вам не надо. Какой звук вам надо, блять, что вам надо, нахуй. Ничего сложного нет. А какой ты звук поставил? Ну я, как обычно, типа, беги там, беги, блядь. Ну, на перья мне помогает. А чё, кого вчера убивали, вот, Алару? Ну, нахуя звуку какой-то. Убивали, того уже нет, на. Чуть-чуть путёвая падает. Опять левые руки там костят. Три не упал. Там даже все скиллы прописаны. Груз упал, да? Да. Ну, нормально. Там релогность подфриживает. А чё ты, кстати, говоришь, релик работает, только там ОВС написано. Да? 3 стака вместо 2. Ну я кэш просто не чистил, я поэтому хз. Я и кэш чистил, там ОВС написано. Ну типа была обнова какая-то 6 метров. Ну то есть написано ВС, но стакается от джаги. Да. Ну, гениально. Ох уж этот дизурон. Он аж ничего баф не появил, не поменял. В Tell Me When он отображается все так же. Только от джаги тебе. Он там с его армса апнул, блять. Крима залили обнову.
Они хоть написали, что суммируется для трех раз. Раньше чуваки спрашивали, а чё этот релик типа 56 силы дает, мне писали типа в ПМ. Да, тоже был такой. Вообще башкой отбитые. Типа да, сложно подойти, проверить, побить чё-нибудь. Понимаю, зачем его носить тогда? Блин, вы можете забрать тактику? Да, Агр, 8 минут, 8 секунд, когда понимаешь? Это... Была как-то ситуация, что на паладине сделали прок там условно на 100 силы, да? А, ну, как бы прок показывает 100 силы, а в статах дается 80. А сейчас с этим манускриптом также он, короче, от випки скалируется. От випки скалируется? Мы с Драгоном проверяли. То есть написано 93 вот на ТВС, то что у меня было 109, а у Драгона еще больше. Так у него 5%. Драгон, не 3%. У него 5%, фигу. Вот. А у меня 2. Прикольно, мне еще меньше дает, значит. По-любому не меньше того, что там написано. Уже хорошо. А прикинь, так это, знаешь, сделали манускрипт, блядь, дает там условно 80, да? А на самом деле по статам дает там 30. Прок можно разным нарисовать, а сколько он даст, тоже другой момент. Он как-то перемножается, что ли, по идее, так не должно же быть. Он хоть дамажить научился на последнем орке, он там сколько, 27 дал. Я не знаю, что он до этого нажимал, какие кнопки. Вопрос, а что за мемность? Аляска, молчать нахуй. Я бы, ну, лучше не спрашивай. Орёт всякую фигню. Лучше не спрашивай, просто включи. Назарк. Ты чё, бомжина, забыл, кто в будку свет повёл? Ну да. Вот, дай мне ассиста. Включи мем. Назарь, и включи звуки в игре. Я ещё нашумаю. Кто будет кулаки бафать вам? Вы паладина кикнут. Два паладина у вас. Др-др-др. Др-др. Да и дрэп. Обхилапнутый, в общем. Кого ты бьёшь, Азария? Мара возьму. Нормально. Окей, нормально. Как Рейтрик был, да? Надеюсь, это не Тинг того ретро-паладина. Это его брат. Сука. Я его отец. Где твой вард? О, сейчас. Главное, чтобы не дед. Как говорил мой дед, я твой дед. Фраза Канова, блядь. Совершенно не Виталий Кличко. Он в последнее время чем-то смахивать на него стал, блядь. Да ему конкретно маковку встряхнули, вот Кличко. А чё-чё, смея. У кого еще варианты есть, кого-то позвать? Посмотрим, что за вар. Должен быть нормальный, судя по шмоту. Блювана позовите. Саня, ты где? Ё-моё. Че там, 2 минуты есть, отойдут? Ты кто? Йота. Жапен. А чё ты хочешь, курить? Давайте пулять уже. Влад, привет. Здоровенько, ёп.
Оставьте рыбу. Ты что, вернулся? Ну да. Смотри, и съебался. Кого? Вот, конику возьми. Аляска, слышишь? Нет. Мне лапера своего друида. Да? Угу. А как это так? А, тут они вчера в гильдии искали себе друида. Фанта. Ну, лапера отдал мне друля. Пусть почту тебе отдает, заберешь его с концами. Розари, это куа кинь по хантам. Сейчас раздам. А вы куда? По всем, наверное. А вы с пугами идете? Кремль, да, ты кто? Человек. Ну ты же Ник. Пуг. Ответственно, с пугами идем. Ник, скажи свой. Каннибал. А, это который Розари добрал. Вы, говорит, с пугами а идете. А чё Хант пишет? Там кикнуть лично. Войт, а вы куда? Он тоже забыл, кто а будку кто? Свет провел. А ты кто? Сука, отец, Войта, шаман. Отец, есть перс ссылка 25 оп. Это один слот. Сумон к личу. На лича? Ладно, профсимблич, заходи. На кого же? Блять, на четырех. На лану, профсимблича, блять. Нет, на перса какого? А какие есть? Шаман, хан. Ну шаман ДД есть там? Нет, шаман нету. Блять, заходи. Поебать. Сразу четырех боссов. Будешь хилить его Халфейна нахуй. Да, сейчас в одну точку сведем четыре босса нахуй, залешим просто. Звездопад дам там, ебать. Ветер харю, я хуярю. Заходишь, да? Главное, блядь, чели какой-то в DC спрашивает, Войт, вы куда? А я не ебу какой, у него ник, блядь. Не знает куда, просто сидит. Я приколол, Пук спрашивает, с пугами идете. Ты что, хантом хочешь? Блядь, давай, короче. Ну, вы же сказали, вроде хилы есть. Отлично. Слышишь, медведой, что ли, плюс ставил, говорит, мут в игре, это он нам? А это вы вчера не донесли, что ли, да? Медведович, сегодня в 21.36 в игре му. Так, ребят, тут барышня скучает, надо ее немножечко развеселить. Какая барышня? Гея? Да вот стоит прям перед тобой. Где? Давайте, короче, раздупляйте, поехали. Чек. Бафы по хантам. Бафы по хантам. Должна дать осколок за таким. Ну, короче, коника остался не готовый. Да, да, я тут. Кто танчит? Кто танчит? Значит, танчит Раска. Халфейн делает квест. Это не обосраться, главное. Все, отдаю отсчет на пул. Раз, два, три. Халфейн и Раска вперед. Только не сорвите агро. Укус, главное, следит. Так, все, Мишка, подходи. Фу, дай стрим. Блять, ладно. Ну чё ты не мог стопнуть чуть-чуть? Вой, дай стрим. Полина, это ты? Меня нет. Спасибо. Весь бурс за тебя проебал. Все пруки, блядь. Соло не дамажит. Ну, может, хватит флудить или вайпаться пришли?
Я Грутару передам, если что, желаю. Наверное, Керса кусай следующий. Там Коника, Япончик в топе, Вага, Пианист, Кирс. Ты рекаунт нам почитал, да? Вага, стой. ДФ нажмите. Я Конику укушу. Как вам такое? Ой, да. Я выношу. Я вижу. Я Даркхоука укушу. Да, я под боссом. Да, сейчас волюсь. Это Редвару укушу. Йотану. А Йотану же. Лорус, сзади. Барика. Да рано еще. 10 секунд, я заранее сказал просто. Проебался. 5 секунд. Отменился прокер. Три укуса дал, да? Дал, да. Все, главное, не сдох. Не получил он еще баб. Где ты, Леха? Блять, кусай кого-нибудь. Ебаный в рот, блять. Его кто-то укусил, что ли? Вы что, не слышите, что я говорю вообще? Ебануться нахуй. Кто меня укусил? Женоин. Блять, Женоин, ты чё, долбоёб, я тебя чё, блять, насрал в тарелку, что ли, или чё, нахуй ты так, ну, делаешь? Тут, понимаешь, такое всегда будет, пока человек не в диссе. Осколок. Блять, его просто в диссе не было, сейчас я дам тебе. Серьёзно, он не в дискорде? Да сделай ещё, блять, я тоже такой был кое-что. Да я, да блять, просто, блять, все стараются делать, мне это похуй, ладно, не сделали, просто все старались, блять, 25 человек делали человеку одному квест, блять. Долбоёб взял, сука, и специально заруинил. Да ладно. Вага, напиши в чат что-нибудь. У меня такая же хуйня была, варом делал 2 кд, блядь. Я потом уже понял, как делать. Ты вот когда так делаешь, похуй там, дис, не дис, стараются, не стараются. Там, блядь, драга, лучше хила укуси, нахуй. Третий вот этот укус передай. Надо ник шифтануть, писать лень просто. Я тебе осколок кинул, если чё. Я поймал. Блять, он просто даже не в пати с ним, нахуй.